Видите? Вот. А уж не говоря о газете. Она должна держаться. Пенсионерка Лисия Шамсиева уже придумала свой метод, чтобы понимать, работает у нее сегодня вентиляция или нет. По ее словам, зимнее время года, из шахты дует холодный ветер, а летом ее как будто бы закрывают. Хозяйка боится, что в один из дней она получит отравление угарным газом. В управляющую компанию, это Крайнова обращалась, в следственный комитет. Никто ничего не принимает. Никто ничего. Угарный газ, я в интернете посмотрел, 3 года в организме держится. Управляющая компания Московского района о проблеме знает. Специалисты неоднократно были в ее доме. Также установили и причину отсутствия тяги в вентиляционной системе. Отсутствие тяги связано с установкой герметичных пластиковых окон на входной двери, что привело к ограничению притока воздуха. Жителю было предложено установить приточный клапан, который нормализует работу системы вентиляции, но, к сожалению, заявитель отказался. Управляющие компании сегодня пообещали, что постараются сделать все возможное для того, чтобы устранить неисправность. Однако для этого жительнице придется согласиться на условия коммунальщиков. Андрей Трофимов, Инжа Минибаева, Максим Зуйков, телеканал «Эфир».